Утренняя пробежка с чиновниками. Сегодня первый зам руководителя исполкома Илья Зуев в компании коммунальщиков, строителей и журналистов проверил ход капремонта жилых домов в Набережных Челнах. В списке 4 дома в 14 и 42 комплексах. На встрече было сказано, что исполком готов поработать с новыми архитекторами, готовыми предложить свежие решения по внешнему виду многоэтажек в Челнах. Темп хороший набрали, погода позволяет. Утренний марафон по проверке капремонта стартовал в 14-м комплексе. Хороший темп набрали строители. Обратите внимание, вот эта пятиэтажка, произведена расчистка швов, старые элементы штукатурки отделены от фасада дома и производится штукатуривание дома и утепление торцов. Капремонт идет и в башне 14-12, пока здесь утепляют фасад. Именно на промерзание стен чаще всего жалуются челнинцы. Когда дом уже 25-30 лет, швы они разрушаются, соответственно, нам необходимо их ремонтировать. Поэтому ремонт фасада, утепление фасадов нам как раз позволяет с этой проблемой справиться. По жалобам жильцов управляющая компания делает шахматку по швам, где идет промерзание. По этим швам идет ремонт. Ну и, соответственно, покраска. В доме 4206 работы завершены на 90%. А здесь обновили панельные швы, утеплили торцевые стены. По словам застройщика, ремонт даже с опережением срока выполнили. А насчет вопроса о премии смущенно улыбнулся. Ну, премию было бы хорошо, бы замечательно. Нет, просто стараемся для города, чтобы лучше было, все было красиво. Как видите, у нас вообще город ярчит по сравнению с другими городами. Четыре рабочих за полтора месяца полностью утеплили торцевые стены дома 1404А. Закончили работы в полном объеме, утепление фасада. На следующий год планируется ремонт фасада. Городские власти уверяют, ежедневно проводится контроль качества капремонта. В случае выявления нарушений подрядчику дается время на их устранение. Мы за эти нарушения никаких протоколов писать не можем. Мы только можем снять объем работ через нашего регионального оператора, который платит за все эти виды выполнения работ. Программа капремонта жилья началась в республике в 2008 году. Программа капитального ремонта рассчитана до 2043 года, однако через каждые 3 года список корректируется. Например, добавляются или удаляются дома, изменяются виды работ и многое другое. На следующий год ремонта дождутся 137 домов в Челнах. Таков предварительный план работ. Эльмира Гайнутдинова, Тагир Бекметов, Челны 24.